Вот там вдали начинается очередь, вот она туда уходит до самого, не знаю, края. Вот так, вот так, вот так вдоль всех зданий идет, потом поворачивает буквой Г. И тут еще вот такая очередина. Это все желающие покататься на катке. Но как бы мы не посмотрели заранее, что так все ужасно. Но это, говорят, на 1,5 часа. Еще и 500 рублей за въезд, просто въезд в Охтопарк. Это, конечно, прикольненько. Просто берут за въезд. Идите, идите. Чего? Да, зима в Павловске. Красота. На ватрушках дети катаются. Елки с него. В зимнем лесу идет снег, так классно. Мы на лыжах беговых. И первый раз в этом сезоне. Да и вообще уже давно не катались. Вон ребятки идут. Мы на трассе в Гарбалово. Как красиво-то, Оль. Ага, не говори. Очень красиво. Чинь-чинь-чинь. Называется у нас сложный спуск. Еле спустились, я упала. Оля. Лыжники. Горнолыжники. О, кто там полетел? Анжелика. Ну как, Ольга Витальевна, никак на горных? Нет, слушай, на горных как-то легче. Сложно. Так, папа у нас спускается. Всем разойтись. Дима, Дима! Его даже не интересно. Джилиха, ты чего валяешься-то? Вставай! Такая красота вообще тут. Просто очень красиво. Джиличка, ну ты не надо так. Вставай! Давай, 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 я тебя снимаю на кадр лучший твой. Твой лучший кадр. Ничего. Встает. Где там? Там нормальная сгорка? Катя, ну что такое за прикол? Что-то Анжелика там нервничает. Давай рассказывай. Еще раз. А то сел, там тебя поднимают. На подъемнички, да? Ножками. Вот так вот. Ты смокненький. О! Следующая. Анжеличка. Папа там топит. Как хорошо. Ну и что, спортсмены? Чем? Папа там втопил уже? Да, топит. Собрался топит. На одном дыхании. Папа, как впечатление? Прекрасно.
Красота непередаваемая. Просто сказочный зимний лес. Какая. А девчонки? Девчонки. Давай, там чемпион сзади идет, смотри. Давай, чемпион. Езжай нормально, не бойся. Пригнись немножко, присядь, ровно лыжи. Ровно, ровно, и присядь. Присядь, спокойненько, спокойненько. Присяду, вот. Ты же на горных катаешься, тут чуть-чуть с горы. Ой, лес вообще. А? А? Я снимаю. Красотища. Сказочный зимний лес. Че, нормально все? Красота. Снежок идет. Снежок. Катаемся. Красота. Зимний лес. Тишина. Снег идет. Пересекли трассу. Надо же километра 2 мы прошли, да? Чего они там застряли-то? Тишина, хорошо, красиво. Красота. Гарбалова трасса. Лыжная, безо льда. Пригорки есть, спуски, подъемы. Разные круги, километраж. 5, 1, 2. Думаю, что там больше, чем 5. Вот так вот с Димоном и катаешься. Вот такой пиздеж. Целый день. То тюлень, дочь, то олень. Она плачет у меня. Дочь, ты плачешь? У нас сегодня трэш-сторис будет. Отец орет матом. Дочь плачет. Мать ушла из семьи. А Катя вообще ебанулась. А? Вот так мы поднимаемся. Очень веселые. Ну давайте, давайте. Поднимайтесь. А. Дима у нас ворчит за Инстаграм. Давай, уступите парню лыжню, уступите. Катя, ты вообще. Вырубай технику, вырубай. Ну что, дальше поехал? Вообще сказочный лес, красиво так. Идете? Да. Да. Поднялись. О, главный герой этой гонки. Замыкает. Тихо, Анжелик, ну ты ноги-то. Елочку. Давай. Давай, раз. Ты плохо их ставишь, ты что? Ты сейчас прикалываешься? Ну, Анжелик, раз, ёлкой, два, ёлкой. Ты прямо-то не ставь её.
Мне кажется, зря ты опять боком пошла. Иди елочкой. Раз, 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 раз. Ну, ползи уже, ладно. А что случилось? Ты эту елку не можешь поднимать? Я говорю, хоть не снимать, мам. Ну, немножко вот бугорок остался. Давай, раз, давай, еще немножко. Все, 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 финиш, ура! Ура! Как вам? Расскажите впечатление ваше. Что-то опять они потерялись где-то. Замучаешься с ними, блин. Только отойдешь, все, пропали где-то. Не то фоткают, не то валяются где-то, непонятно. Но вот они. Димка тут что-то опять борчит. Борчит и снимает. Сколько можно вас ждать-то, а? Во-во-во. Так, давайте, чемпионки, давайте. Шевелите масалками. Давайте. Прямая трансляция в сторис идет. Да, это ж... Сейчас губ... Сделали счастливые лица. Радость вас пришла. Норвежская команда. Красотень. Посмотрите, какая красотень. Сегодня срочно всем в лес. Тепло. Несмотря на то, что утром было, по-моему, минус 10, а чувствуется минус 16, здесь минус 8. И тепло. Ну, если ты катаешься, конечно, на лыжах. Вот такая красота. Вокруг. Ух. Красота. Мы на трассе в Горблово, на лыжной. Красотища. Красота. Зимний лес. Тишина. Снег идет. Ребятушки, как ваше впечатление? Красивый лес. Ага. Сказал, что народ никого. Ну да, народу, сказать, немного. Может быть, испугались мороза? Сегодня же минус. Испугались. Мы тоже утром засомневались немножко. Вообще тепло даже, да? Нас испугались люди. Но... Но этих людей мы не взяли. Их нет, нет среди нас. Нету. Да. Важные. Анжелику ждем. Анжелика, мы тебя ждем. Все, не свисти. Сбегай, тишину нарушаешь. А? Вообще, нас испугались люди. Но этих людей мы не взяли. Их нет среди нас, этих трусов. Есть только бодрые. Так, чемпион мира. На подходе финишная прямая. Последние секунды нашего чемпионата. Давай, давай. Финиш, давай. Финиш, давай, 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 давай. Скорость. Сзади, сзади догоняют конкуренты. На эти. Норвежская команда тебя догоняет. Давай, Россия, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 еще, еще. Давай, молодец. Вон сзади еще метр, 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 метр. Ура! Первый. Блин. Сделали, гору. Давай. Видишь, уже легче, да? Да. И снова показался чемпион. Не падать, не сдаваться. Вперед, сзади догоняют конкуренты. Давай, давай, давай. Тихо, аккуратно вставай. Чемпион мира. Молодец. Палки в зад, палки в зад. Завтракаешь. Чуть-чуть гречки. Давай, давай, давай. Всё, мало. Пошел, 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 пошел. Уступите парню лыжню. Он побежал дальше на финишную прямую. Так, ты уступаешь своему конкуренту. Давай. Прости, Анжелика. Я сниму.
Разгон, прыжок! Давай, давай, нормальная горка, хорошая. Да-да, разгоняйся даже. Даже разгоняйся. Давай, давай, давай. Молодец. Давай, давай, давай. Давай, давай, здесь не упадешь. Здесь слабенькая горка. Больше страху. Ну не в меня. А-а-а. О, смотрите, мы вышли прямо в церкви. Слушай, это не пятик. Так надо еще до туда. Мы как туда, вот церковь, видишь, мы проезжали, вон стоит. Вон, прямо. Банькой пахнет, да? А вон, это не банька. Дом, дрова тут. Дрова тут. Печку тут. Нам деревня ждем. Если что, присядь чуть-чуть, присядь. Нормально, присядь, отлично. Все, финишная прямая, давайте. Какая финишная? Ну что ты не покатилась-то? Боячка. Давай. Где-то. Давай. Резь, резь. Эх, ё-моё. Стой!
Ангелочка. О, фотка хорошая. Какая красота. Тут на трассе какое-то озеро небольшое. Вокруг него кружочек вот мы делаем. Очень красиво. Снег идет, солнышко пробивается. Красота. Вот она обратная сторона. Лыж. Ну-ну-ну-ну-ну. Шагу, шагу. Ну давай. На лыжку снимать. Хочешь, на лыжку свою теперь сними. Где она там, дочка? Доченька, где ты? Маленькая. Ребенок играл. Дача. Еще 5 километров и все. Да. Я жилик. Где? Не знаю. Где? О, отдыхай, вставай! Замерзнешь. Я сейчас новогодних праздников не пошла. Блин, ну тут прямо они прикольные. Отталкивайся сильней! Расступись. Давай, 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 на горочку, на горочку. Давайте гусиным шагом. Ёлочкой. Гоняй! Просто очень красиво тут. Вообще, сказки. Сейчас, подожди, видео это включил. Смотри. Фоткаемся. Сильней! Сейчас. Все? Не знаю там. Я есть! Сняли тебя еще раз, сделай. Дали! Сейчас люди увидят, скажут.
поедем, все прекрасно. Можешь сюда? Я говорю, сказочный лес. Очень красиво тут. Пробежали километров 5, наверное, может уже 6. А может и меньше, не знаю. Но трасса тут 7 была, мы круг выбрали. Везде указатели. Вот там впереди опять знак. Так, вот горочка. Елочка, поднимаемся. Красота. Красота. Ой! Ты на ровном месте ребенок упал, на твоем. Шли. Мы на финише. Мы на финиш пришли. Все. Мы сделали это. 5 километров. 2 сантиметра. 5 километров сделали, все.